На вагоне появился, отлично. Так. Сюда. Странно, я там был. Я там был. Вот сюда поедем. Так, снаряжение. Нанотриты. Здоровое тело. Так, оружие. Винтовку. Прокачать. Так, дробовик. У дробовика пока ничего. Это улучшить. Лучше. Так, ракетомет. Револьвер. Так, проекты. Все проекты, все транспорт. Проекты все изучены. Оружие тоже все нанотриты.
Надо будет концентрацию изучить еще. Держи, нога! Ну, все. Понял, я здесь был, отсюда вот надо. Нет боеприпасов. Так, сюда съездим. Системы активируются.
Давай сюда заеду. Системы активируются. Возвращайся скорее, Уокер. Так, тут уже никакого шара нет, да? Нет. Едем вот сюда, значит. Системы активируются. Огонь. Там дорожный барьер. И вот мы на... Слушай, Лили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Привыкай, это тебе не видно. Где стрёмно, туда не лезь из Открыл.
Жестко. Сюда. Теперь едем. Системы активируются. Включен режим ожидания. Я говорливый Гарсия, торговец, путешественник, продавец изысканных. Не утаи же, кто ты? Уокер, а мы и дальше так будем говорить? Безусловно, витиеватая речь – признак широты ума. Уверяю тебя, ты захочешь иметь дело только со мной. У меня отменный талант. Тогда позволь изучить твои лоты. Пожалуйста. Уверен, что за что-нибудь глаз да зацепится. Детский перевалочный пункт. Возвращайся скорее, Уокер. Лили, как-то мне тут не по себе. Так сказала бы мама. Рейнджер должен заранее оценить обстановку и продвигаться, лишь хорошо Ой, кажется, что-то взорвалось. Thank you.
Так, а как мне залезть? Ага, вот. Так, еще один где-то контейнер. Только я не знаю где. Так, это нельзя. Так, 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 сейчас посмотрим. Скорее всего, внизу, наверное, где-то, я так предполагаю. Контейнер.
Хилтрит. Уокер, слушай, мы же встретимся с мэром Лузам. Нормально так на экране. Честно говоря, что-то не знаю, где еще один контейнер. Ну да ладно. Так, тачку какую-нибудь можно взять? Нет. Это тачек, все, понял. Сюда съездим. Активируется. Дальше. Сюда за... Нет, сначала начну старшую башню. Так, так. Или сюда, так. Нет, сначала на старшую башню. Зайдем к сторожевой башне. Сейчас он что же на нее значит. Башня правительства. Техники расы.
режим ожидания. Ах, не перезарядка, зараза. Так, это мы прошли. Вот сюда доедем. Системы активируются. Чё, кто это? Лома робот такой. Эй, Уокер. Что за аннигилятор? Датапад еще надо один найти, да? Впереди находится костюм рейнджера.
Так, где-то падает, где-то еще есть. Только я не могу найти. У меня же вот эта вот штучка есть, прикол. В прыжке с кулака. Ладно, поехали дальше. Посмотрим. На тачке на этом поедем. Здесь я тоже побывал. Вот сюда заедем. Или нет, сначала вот сюда заедем. Впереди гнездо мутантов. Ah!
Время пиццы. Отлично. Теперь сюда съездим. Это ковчег. Джекпот. Нифига себе. Прикончим эту тварь! Thank you.
Досмотр. Рядом источники угрозы. Все понятно. Все ближайшие источники угрозы устранены. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Сейчас подойдем. Невозможно провести досмотр. Рядом источники угрозы. Все ближайшие источники угрозы устранены. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Так, сейчас. Контейнер надо все собрать. Ага, здесь нет контейнера. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 407А. Ну, способность сейчас получу какую-то еще. Вы установили ID-сертификат Sprint. Преимущество сертификата Sprint в том, что он позволяет значительно увеличить скорость на короткое время. Повторите. Требования обучающей программы выполнены. Все. Ага. Спасибо.
Ладненько, пойду на тачку свою. Возвращаемся в лагуну. Верхом двигается, а что-то. Желаю удачи. Покупаешь или... Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Мы всегда открыты. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Что понадобится, обращайся. Я уже могу вернуться в мою любимую мастерскую? А, понял. Еще не проверил. Я ее еще не освобождал. Добро пожаловать, Лапуля. Чем тебе помочь, конфетка? Увидимся, лапочка. Возвращайся поскорее. Должны ползать у его ног, словно жалкие черви. Я говорю о самом темном повелителе болот, Смегомерзком. Благословенна его слизистая влага. Все, что ты говоришь, мне не нравится. Тебе следует купаться в лучах его зловонной славы. Только тогда ты полностью осознаешь его величие. Его раздутое тело возлежит в северных болотах. Принеси жертву, которая его достойна. Ну, кое-что я ему принесу. Я разнес Смега на кусочки. А? Что? О, этого не может быть. Смега бессмертен. Он вновь поднимется из тьмы, как недра самого болота. Вот увидишь!
Так, ладно. Я сказала Гомеру, я поймаю тебя, который отпустил ему веку. Ну и как оно? Я про мутантов. Просто супер. Ну, а ты что думаешь? Я там еще не был. Но собираюсь. Скоро.